По всему миру растет антисемитизм, в том числе и в Соединенных Штатах. Результаты исследований тенденции распространения антисемитских настроений в 2012 году, подготовленные службой информации и еврейской диаспоры, показали, что за прошлый год был тревожный рост террористических атак и попыток нападения на евреев, а также распространение случаев насилия против евреев по всему миру. Исследования показали, что террористические атаки и случаи нападения на евреев осуществлялись в основном радикальными исламистскими группами и правыми экстремистами. В то же время участились уличные нападения и случаи словесных оскорблений и физического насилия по отношению к евреям в Европе, Соединенных Штатах Америки, Канаде и Австралии. Среди случаев проявления антисемитских настроений, которые имеют место по всему миру, много случаев выражения ненависти и расизма в интернете и антисемитские рассуждения в общественной и политической сферах.